9 декабря во Владивостоке состоялся Суперкубок России по ММА. И в этот же вечер в нашем городе впервые прошел турнир Fight Nights Global 56. Его победителем в легком весе стал Сайгид Алибеков, и сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте, это программа «Время говорить». Меня зовут Валерия Белоус. А вместе с чемпионом я рада приветствовать его тренера Джамала Курбанова и вице-президента Приморского центра единоборств «Гладиатор» Алексея Евдокимова. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Сайгид, прежде всего я поздравляю тебя, ты большой молодец, отстоял 5 раундов, выдержал, вышел победителем. Ну и, конечно, у меня вопрос, насколько это было сложно? Рассказывай. Спасибо большое за поздравление. Если честно, до конца еще не осознал. Эмоции до сих пор переполняют. Сложности были в первом раунде. Как-то не разогрелся или не успел разогреться, или остыл. Потому что раньше вывели меня. Во втором, третьем раунде уже полегче стало. Четвертый, пятый раунд пошел по плану. Я думаю, еще пару раундов можно было сделать. А, еще после 5 раундов? Да. Но мне показалось, что ты был очень подготовлен, потому что если вот сравнивать твой прошлый бой, о котором мы говорили в прошлый раз, когда вы к нам приходили, ты где-то, ну, не то чтобы пару минут, но сначала ходил по клетке, то в этот раз ты сразу на него накинулся. Я думала, в первом раунде все закончится. Не, ну, накинулся-то не я, он первый начал. А, да? А смотрелось так, как будто бы все. Первым начал, мы сразу вошли, даже не успели разведку провести. Но я знал, что он будет делать. Примерно прямо мы изучали его. Ну, так и получилось. Он сразу накинулся, и пошла борьба, напряжение. Ну, на что да. Ты делал ставку? Какие были ключевые моменты? Ставки, и честно, мы делали полностью, как акцент на ударную, так и в борьбе. Полностью все отрабатывали, ничего не пропускали, ничего не упустили. Функциональную большую подготовку провели, именно функциональную. А в какой момент ты стал понимать, что ты оказался сильнее своего соперника? Или такого момента не было, и ты до конца не понимал, выйдешь ты победителем или нет? Не, честно, я в раздевалке уже настроился психологически полностью. Я к этому бою уже, как началась подготовка, уже был настроен. Настроен был полностью на победу, 100%. И психологически хорошо подошел, подготовлен и физически, функционально. И никаких проблем не было. Джамал, и ты, и Алексей, ты выписали в Инстаграме о том, что Джамал долго, Сайгид долго шел к этой победе, он долго готовился, и эта победа оказалась заслуженной, но у него есть соперники, которые не дремлют и тоже хотят завоевать титул чемпиона. Кто эти люди, о ком вы писали на своих страницах в Инстаграме, Джамал? Я думаю, там не только два человека, там их много, просто основных претендентов это двое, которые последние свои бои идут без поражений, хорошие ударники. Они проживают в Москве, выступают за Москву, ну, ездят на сборы в разные города. Это Ахмед Алиев, он базовый ударник, ну, он делает все, но в основном у него ударная техника. И Мурат Мачаев, а он, наоборот, базовый борец. То есть это два претендента, которые по своему стилю вообще, ну, разные. Один ударник, один борец. Ну, вот у них сейчас предстоят бои. Ахмед Алиев будет 16 декабря выступать, и Мурат Мачаев будет в январе выступать. И по исходу этих поединков уже будет понятно, кто основной претендент на пояс. А так их не двое, их очень много, просто это пока основные. Мы хорошо знаем, общаемся, как бы там никакой вражды, ничего нету, это все спортивный интерес. Алексей, а у тебя есть какие-то на примете люди, которых ты бы поставил в клетку с Сайгидом и попробовал бы, ну, сопоставить их силы? Ну, на примете нет у меня людей, я в любом случае буду поддерживать до конца и помогать подготовке Сайгиду Алибекову. Ну, вообще вес 70 – это конкурентный вес, там очень много хороших ребят. Джамал выделил двух претендентов, потому что действительно они уже давно дерутся в этом весе, они очень известные, популярные ребята, но на самом деле бои и клетка – это такая вещь, что может все поменяться, и завтра могут новые претенденты какие-то появиться, поэтому мы будем в любом случае Сайгиду помогать. Вот еще до начала эфира вы говорили о том, что титул чемпиона необходимо защитить. То есть главное не только получить пояс, но и затем вот необходима еще какая-то процедура, да? Или вот о чем вы говорили, можете, Джамал? Ну, вообще это переходящий пояс. Это пояс переходящий. Вот Сайгид на сегодняшний день чемпион. Он является обладателем пояса. Если он проигрывает, допустим, если он проигрывает, да, может быть, то он этот титул теряет. Но я хочу вот такую вещь отметить, да, что после Сайгида еще может быть понятно, мы все люди, взрослеем, там, стареем, проигрываем.
Пусть Сагида еще может быть 40 чемпионов, 100 чемпионов, 200 чемпионов. Но Сагид навсегда вошел в историю, потому что он первый чемпион. Это первый обладатель титула чемпиона Fight Nights в легкой весовой категории. То есть раньше не было такой категории? Вообще, нет, была такая весовая категория, просто этот пояс разыгрывают первый раз. Именно вот так полноценно, гран-при, 3-2 боя, потом финал, это первый раз. Поэтому их может быть много, но фамилия Алибеков, она уже навечно в смешанных единоборствах останется. Да. Соответственно, и я горжусь этим, и наша как команда гордится. Я считаю, весь Приморский край должен гордиться, что Алибеков, который представляет Приморский край, навсегда вошел в историю смешанных единоборств. Зал, конечно, рукоплескал. Я сама присутствовала в этот момент еще до того, как Сайгид вышел на ринг. Зал был такой, ну, немножечко тихенький, спокойный. Затем, естественно, все одарили его овациями. Ты чувствовал эту ответственность, Сайгид? Да, я, честно, чувствовал, когда еще стоял перед выходом. Только зашел в арену. Я прямо уже все чувствовал. Некоторые, которые видели, уже орали оттуда: «Сайгид, Сайгид, давай». Вперед. Он еще не вышел, он уже за кулисами. Да, за кулисами. А уже видели, да? Уже кричали, да. Да, ну, кто в углу оттуда видели. И когда уже начал выходить, я прям все чувствовал. Я выходил, он, как всегда говорит Дёма, просто расслабься и дерись, просто кайфуй, подерись. Ну, я и вышел. Расслабься и кайфуй, да? Да, вышел, я прям чувствовал, выходил, все ребята стояли рядом, все поддерживали, все орали. Я никак не мог это проиграть бой, я прям был очень мотивирован на этот пояс. Я на взвешивании даже чувствовал, что я этот пояс. Я даже уже предварительные ласки у меня были с поясом. Что это значит? Примеряли, да? Да, примерял, гладил. Да, я уже в Инстаграме выложил. Разговаривал с ним. Ну, прям все чувствовал. Каждый раунд, между раундами тоже слушал. Все кричали, орали. Ну, особое внимание, внимательность была именно угол секунданты. Каждый раз, когда я выхожу, дерусь, примерно посмотрели даже предыдущие бои. Мне подсказывали, но я не делал предыдущие первые бои, потому что я где-то не дослушал, где-то невнимательный был. А сейчас каждый раз, когда опыт вам приходит определенный, можешь слушать внимательно. Где-то колено говорят, колено добавляешь, где-то локоть, где-то там защиту, руку подними. То есть я все слушал внимательно. И пятый раунд с первой минуты. Первый раунд чуть было такое, то что как-то не разогрелся и чуть сложно было. А потом же, когда вошел в колею, там, направился уже куда надо, то есть я все слушал, каждое слово, каждый момент, контролировал весь процесс. Джамал, правда ли, что Сайгид полностью тебя слушал, делал все, как ты ему говорил, или это не так? Знаете, да, он слушал. Может, моменты были. Но не всегда делал. На самом деле, я сейчас именно вот на телевидении хочу так немножко покритиковать. Это и критика, с одной стороны, и где-то все равно комплимент, с другой стороны. Мотивация. Мотивация, да. Сагид, да, он выиграл. Но я считаю, что он выиграл именно своим желанием, именно своим характером и именно своей физической силой, функциональной, соответственно. И из того, что мы нарабатывали, Сагид сделал, по-моему, два раза. За весь бой два раза, и оно прошло. Но это где-то, это плохо, да, что он где-то не выполнял установки, но с другой стороны, я его понимаю, я его не осуждаю за это, потому что вот сейчас он сказал, что на нем была большая ответственность, и это реально такой груз, который на тебе лежит, и у тебя чуть голова по-другому думает. Самая главная победа, это критика, а комплимент в том, что Сагиду есть куда расти. То есть Сагид в этом бою был не тот Сагид, не то, что он может делать. Он выполнил на 20%, я так считаю. Сагиду есть куда расти. А вот что касается самих боев, в этот раз на Fight Night вместо клетки был ринг. Сагид, насколько это было удобно? Просто я видела, что некоторые спортсмены, они цеплялись руками, это недопустимо, я так понимаю. Кто-то даже вываливался, да, за ринг, не по собственной вине, естественно. Насколько это удобно, неудобно? Если честно, я уже, можно даже сказать, что отвык от ринга. Когда по любителям дрался, я в ринге дрался. Ну, я всегда был против ринга больше, потому что базовая у меня борьба. Я уже переквалифицировался благодаря тренеру. Тренерскому штабу, более универсальный стал. Есть над чем работать, как обозначил
тренер. Мне за 2-3 дня, по-моему, за 3 дня даже сказали, то, что ринг будет. Я, честно, расстроился, но я так подумал, не я же один герой, то есть ему тоже сказали за 2-3 дня то, что ринг. В одинаковых условиях, да, в общем. Да, то есть где-то минут 10-15 я подумал, я помню, что на тренировке прям мне сказали во время спаррингов, или во время сугонки было, ринг сел минут 5, чуть, можно даже сказать, был чуть расстроен. Расстроился. Да, а потом подумал, а что расстраиваться. Я настроился на победу, ринг, клетка, без разницы. Ринге. Но я знал, что будет хвататься там, потому что когда по любителям дрался, всегда такое было, что на России, что на Дальнем Востоке, что Приморский край. Были, честно, очень много моментов, когда цепляются, и когда вот тянешь, пытаешься дотянуть, а он человек не дает, канат тянет. То есть цепляется сила... потому что у него силы пропадают или почему? То есть не силы пропадают, силы пропадают тот, который тянет, наоборот. То есть тот, который держит, соответственно, силы уходят, лишний раз куда-то там тратишь энергию. И то есть постоянно где-то ногу засовывал, я раз два-три увидел, то что когда даже боролся, куда-то проходил, то что он ногу засовывал примерно. Даже примерно в клинч входишь, в борьбу, сам даже не замечая, цепляешь примерно соперника, и за канаты где-нибудь цепляешь, пытаешься, а там уже канат за рукой, то есть, ну, внутри руки. Много неудобств, на самом деле. Да, и были очень, ну, такие моменты неприятные. Но мы справились. Да, и сейчас мы смотрим на этот пояс и понимаем, да, что все было не зря, и ты большой молодец. Кстати, пояс из настоящего серебра. Сделан он кубачинцами. Это в Дагестане есть такое село. Там у нас именно мастера, они ковры делают, всякие изделия ювелирные. И вот это пояс ручной работы оттуда, с Дагестана. Он тяжелый? Посмотрите. Сейчас мы тогда прервемся на короткую рекламу. Я обязательно его померю, главное в нем не утонуть. А после мы сразу продолжим. Не переключайтесь. Ребят, я предлагаю обсудить другие бои. Один из них – главный бой вечера. Это Миниев со своим соперником, с бразильцем. Вот насколько вы оцениваете шансы нашего спортсмена, оценивали тогда? Все ли ожидали, что он проиграет? Просто мне лично казалось, что он должен выиграть, и это сделает еще там в первом или втором раунде. Но, к сожалению, у него не получилось. Алексей, давай начнем с тебя, и каждому предлагаю высказаться. Ну, как я заметил, я придаю тоже всегда предпочтение Миниеву. Мне нравится он как боец, потому что у него сильный удар, и он базовый ударник, и дает иногда конкуренцию и борцам, то есть за ним интересно наблюдать. Именно по этому бою я могу сказать, что Фалькао не сделал вес, это было видно, порядка 4 килограмм. Миниев, как настоящий спортсмен, вошел в весовую категорию, и, соответственно, на следующий день я увидел в момент боя, то, что Фалькао вышел уже с животом, соответственно, уже весил, превосходство в весе было, ну, кардинально. Вообще-то недопустимо, да? Это, или погрешность все-таки может? Ну, это уже там, согласно контракту, момент решается. Но Миниев, как обычно, начал в своем стиле. Он пошел в рубку, попадал. Но желание и опыт Фалькао со второго раунда, и плюс весовая категория, она была значительно больше Миниева. Это выглядело визуально. И когда все-таки Фалькао смог перевести Миниева, конечно, Миниеву было тяжело. Плюс часовые пояса, которые ребята переносят с Москвы, они не так часто вылетают на такие дальние дистанции, в отличие от наших спортсменов. Да, и поэтому в целом, конечно, бой пошел не по плану. То есть, по-хорошему, Миниеву, если бы повезло, и они ставили ставку на удар, то, конечно, в первом раунде надо было заканчивать. А второй, третий, он просто выживал уже. Духом очень сильный парень, но... С нулем тоже тяжело выступать, поэтому он это тоже, кстати, у себя на страницах везде отметил. И сегодня, я думаю, он сделает выводы, и дальше мы будем тоже болеть и поддерживать будет к чему Владимира, расти, да? Конечно. А вот я заметила, что во время боя Фалькао часто падал после удара, и мне казалось, что это немного, ну не то чтобы наиграно, но как будто бы он специально падает для того, чтобы потом происходила борьба, чтобы драться исключительно вот, ну, на полу. Это так или это просто исключительно какие-то мои догадки? Да, это такая есть бразильская хитрость, да, бразильская тактика. Ну два раза было, что я же секундировал Миниева, два раза было, что у Фалькао прям глаза в разные стороны смотрели. А остальные разы, да, было видно, что он падал просто для того, чтобы затянуть в партер. Да,
Это чисто бразильская такая тактика есть. Он понимал, что в этом его преимущество, и брал, чем может, собственно. Да. С одной стороны, конечно, плохо, что он проиграл, да. Но с другой стороны, все время бытует мнение, что Минеев золотой мальчик, у него все бои подставные. Вот вам ответ, что никаких подставных боев, достойный соперник. Да, несмотря на то, что он возрастной, но там колоссальный опыт просто. Вот он выиграл, поэтому здесь в этом проигрыше как и минусы есть, так и плюсы есть. Поэтому, ну, я надеюсь, что реванш Минеев-Фалькао мы увидим именно в Владивостоке. Джамал, еще небольшой вопрос по поводу Шамиля Магомедова. Он выступал, он, к сожалению, проиграл. Вот как вы можете прокомментировать его выступление, его бой? Вы знаете, я вам так скажу. Шамиль Магомедов проиграл 9 декабря не своему сопернику. Я считаю, что Шамиль Магомедов сам себе проиграл. Он просто не справился. Он довольно-таки давно не выступал на такой арене. Он выступал на соревнованиях, но более меньшим масштабом. А такого уровня он давно уже не выступал. Он просто не справился со зрителями, просто не справился вот со всей этой атмосферой. Потому что, зная Шамиля, и все это могут сказать, кто его знает, кто с ним тренируется, что у него очень хороший потенциал, он может очень многое. Поэтому и он был сам не свой. Поэтому я считаю, что ему нужно чуть-чуть просто сделать перезагрузку в голове и идти дальше. Так что все нормально. Проигрыши тоже нужны иногда. А как скоро у вас новые перелеты и новые бои? Ну, совсем скоро. Завтра. Да, завтра я, Алексей и Гена Ковалев едем на турнир. Он будет 16 декабря в Москве. Там Геннадий выступает у нас с Алексеем Ивановым. Это парень москвич. Там тренируется довольно-таки известный, тоже, можно сказать, местная звезда, двукратный чемпион мира по боевому самбо. Ну, довольно-таки серьезный соперник для Геннадия. Но Гена готов, мы его поддерживаем. Сейчас он такой чуть злой гоняет вес, да. Ну, вот завтра мы вылетаем, 16 декабря у нас, так сказать, следующая битва. Да. Ну, я желаю ему удачи. Да, я думаю, спасибо. Что его будет поддерживать весь Владивосток и Приморский край. Кстати, насчет Владивостока. То, что Fight Nights Global пришел к нам, это такое совпадение, удача, или нам повезет еще раз, или можно говорить о том, что ММА во Владивостоке развивается, то есть спорт не стоит на месте. ММА не то, что развивается, оно идет большими шагами, это отметил Федор Емельяненко на Кубке России, то, что Приморье – это одна из столиц, которая также имеет своих титулованных спортсменов, и сюда приезжают действительно и первые номера, и здесь конкуренция достаточно высокая. Поэтому растем, а по Fight Nights Джамал вот... Знаете, вы вот сказали, Fight Nights пришел к нам, это совпадение, удача. Это не совпадение, но это удача. Но как бы эта удача пришла к нам, потому что мы усердно трудимся, тренируемся. Во-первых, это все было благодаря Магомед Сагиду, потому что он в финале, а второй парень в финале тоже, но он с Азербайджана, но сделали бой за титул в Владивостоке. Там был выбор, либо Владивосток, либо Баку. Но вот мы решили, что в Владивостоке. Так что большая заслуга в этом, то, что Магомед Сагид вышел в финал и Fight Nights пришел в Владивосток. Большая заслуга Федерации Приморского края по ММА, потому что они как организаторы все сделали грамотно. У них был запланирован Суперкубок России по ММА, ну и тут же сделали Fight Nights. Увидим мы ли его? Вообще, знаете, Fight Nights просто так никуда не заходит, потому что это довольно-таки крупная организация, довольно-таки серьезная организация, и если она заходит в какой-то регион, значит, этот регион ей интересен. Но так как у нас теперь уже чемпион с нашего региона, чемпион Fight Nights, то 100% мы Fight Nights еще увидим в Владивостоке. И, скорее всего, защита пояса именно будет здесь, в Владивостоке. Потому что Магомед Сагид с Владивостока, защита пояса должна быть тоже там, где он живет. Поэтому ждите, все самое интересное впереди. Сагид, а ты можешь поделиться своими планами на ближайшее будущее? На ближайшее будущее. Может быть, на 2017 год. На 2017 год.
Так прямо, честно, даже не задумывался. После боя, честно, чуть отдохнуть хочется, расслабиться. Где-то пройдет определенное время, 2-3 недели, уже будем садиться, думать и будем побеждать в 2017 году. Спасибо вам большое, я вам желаю удачи. А еще хотела бы вас очень попросить пожелать что-нибудь вашим болельщикам, спортсменам, нашим телезрителям сейчас в прямом эфире практически. Что-то на будущий год. Ваши пожелания, Алексей. Ну, поддержка очень важна для спортсменов, потому что, в принципе, как истинные гладиаторы, они это все и делают для публики. Потому что в залах они достойные ребята, мы это в узком кругу мы это знаем. А очень чувствуется поддержка, особенно когда выступают ребята дома, это очень приятно. Поэтому хотелось бы также, чтобы спортсменов, ребята, люди поддерживали. А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы спортсмены побеждали. Ну, мне в первую очередь хочется сказать болельщикам, выразить огромную благодарность, потому что те, которые были в зале, те, которые были у экранов телевизора, очень чувствовалась ваша поддержка. И я, как я раньше выступал, я знаю, что вот эта поддержка, она мотивирует, она еще больше придает себе сил. В первую очередь, спасибо вам. В вторую очередь, оставайтесь с нами, оставайтесь сильными, занимайтесь спортом. Здоровье самое главное. Ну и счастья вам. Всех с наступающим Новым годом. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Я на самом деле прям первый раз почувствовал вот арену, всех слышал. Всем спасибо большое, всему Приморью, всему Дальнему Востоку, кто болел за экранами, кто присутствовал на фитнес-арене. Всем огромное спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое. Я вас жду с новыми победами. Я надеюсь, что поезд останется в Владивостоке и никуда отсюда уже не денется. А здесь спасибо. Это была программа «Время говорить». Увидимся на 8-м.